Привет, друзья. Ну, очень интересно. Вот я там сделал такое объявление на предыдущем ролике, что у нас будет мощнейший такой вот проект с Константином Михайловым. Мы сейчас сделаем. Но вы представляете, там будет в кадрах таких очень много разных приемов, очень много разных действий. Ну, там из волейбола действия, там из тенниса действия, там из бокса действия, бой с тенью, типа там на барабане играть там и так далее. И по полминутки, ну, как бы примеряя себе то или иное действие, которое там будет. Но эти же действия у вас в жизни были всегда. И на лыжах вы катались там, и мостик делали там, и волейбол играли, и плавали. И боролись, и много чего вы делали. И вот оказывается, что если вы берете какое-то действие, вспоминаете, когда вы были счастливы, ну, например, играли в теннис, и так забывались, и так или рисовали, и вот этот кадр берете, допустим, и начинаете его воспроизводить, и вот так примеряете себе. И этих много-много действий, самых разнообразных, и выбираете себе как туфли по размеру или платье в магазине, примеряете по полминуте то или иное действие, вот так, вот эти вот все кадры, или сами создаете себе простое какое-то повторяемое действие, или берете левитационные действия, которые по методу ключ. Вообще это все вот это, о чем я сейчас говорю, оно требует еще дополнения второй и третьей части. Вторая часть – это о том, что если вы по полминуте перебираете эти все действия, у вас развивается креативное мышление, изобретательские способности, в любой неопределенности быстро ориентироваться, решать сложные задачи. Да-да. А если вы нашли действие, которое вам подходит, и его начинаете продолжать, потому что действие, которое вам подходит, его хочется продолжать, потому что оно снимает лишнее напряжение. И вы как бы на него залипаете. Да, и вот там вторая часть, она должна заключаться в том, а мы сейчас еще над этим работаем, она должна заключаться в том, что надо там дозировать. Если вы делаете это одну минуту или две минуты, то это просто снимает зажимы, нервно-мышечные зажимы. Вы раскрепощаетесь, вам становится легко. Но если вы его продолжаете, поскольку оно вам синхронно, если вы его продолжаете, то получается интересное явление. То есть вы все больше и больше разгружаетесь, и выходите на состояние нуля. Это состояние свободного сознания. То есть мысли текут, как облака, ничего внутри не задевая. Это состояние бывает между сном и бодрствованием. Или в состоянии глубокой задумчивости, вот такого созерцания, когда вы о чем-то думаете, ничего вам не тревожит, как так мысли текут, как облака. И вот в этом состоянии нуля я уже говорил, что можно делать перезагрузку. То есть помечтать на этой волне, на этом состоянии, на этом фоне. О чем-то вы помечтаете, например, о желаемых качествах, способностях, представляя себе различные варианты в жизни, где бы вы могли оказаться, и как бы вы хотели там реагировать, с какой полнотой сил, энергии. Вот видите, я сейчас говорю это, да, и кто-то уже начинает вспоминать, как это у него происходит. Но дело вот в чем. Я сейчас хочу сказать немножко о другом. Я хочу сказать, вот эта вторая часть там, речь касается дозы, и во второй части речь касается того, что если вы не доспали, вы хотите спать, если вы там давно не плакали, а в душе накипело, вдруг сняли напряжение, и слезы полились, и вы думаете, да что же это со мной происходит? Я вроде бы настроен был на то, что будет легкость там, как там в кадриках показывается у кого-то. Или там на примерах, потому что элементы ключ 2 – это и примеры, и философия «человек-творец», и то, что если он исходно был в каком-то таком состоянии истощения, то у него начинаются в организме те проявления, которые необходимо
реализовать для того, чтобы восстановиться, восстановить свои силы, свою энергию, получить полноту вот этого внутреннего ощущения радости жизни. Видите, я вот это все рассказываю, а кто-то вот уже и вспоминает об этом, да. Но вот вторая часть, она очень сложная. Но нам еще предстоит ее сделать и вставить туда, чтобы вы вдруг не получилось, чтобы вы посмотрели эти элементы, эти действия и подумали, что это и есть упражнение «Ключ 2». Нет, ни в коем случае. Здесь от «Ключа 2» как раз-таки, что принцип подбора путем перебора по критерию максимального соответствия текущему состоянию в момент, когда вы это делаете, и по полминутки примеряете, повторюсь, как платье в магазине или ботинки примеряете по своему размеру, то есть они не жмут, то есть это комфортно, максимально легко, максимально просто. Видите, я вот так пытаюсь донести мысль, что это не шаблон, потому что нас раньше учили шаблонному мышлению. Нас учили, делай вот так, да, и вы стараетесь это делать, если не получается, вы повторяете, пока не получится. А здесь другой подход, индивидуальный подход, к дополнению к принципу обучения на основе повторения, повторением от учения, а здесь подход, принцип подбора путем перебора, по критерию максимального соответствия. Это дополнительный принцип к тому основному принципу, которому на школе учили. Дополнительный. Это для того, чтобы вы развивали у себя личность, для того, чтобы вы включали у себя внутреннюю энергетику, для того, чтобы вы могли восстанавливаться в любое время, в любом месте, за секунды, ну, сначала по минутам, вот, а потом и по секундам, потому что формируются навыки. Ну, это, видите, какая сложная тема. Но надо эту вторую часть еще сделать, и потом нужно третью часть сделать, о которой я пока сейчас прямо и говорить-то не буду. Потому что надо сначала вот это сделать. Но я вот это говорю, и вы уже немножко проникаете в тему. Немножко начинаете понимать, что ключ, метод ключ – это не просто какое-то упражнение, которое надо выучить и им пользоваться. Нет, это как раз-таки алгоритм, это как раз-таки схемотехника, это как раз-таки новая концепция, новый подход к развитию у нас способности мыслить, а не только подражать. Потому что мы попадаем в стадию неопределенности сейчас. И нам надо иметь изобретательское мышление. А как развивать изобретателя в себе? Как? А вот как раз-таки вот тем, что я и рассказываю, что элемент и ключ 2 помогает не только восстанавливаться, не только накапливать силы, энергию, здоровье, повышать иммунитет и психологическую устойчивость развивать, и гибкость ума, и смекалку, но еще и вот как раз-таки мыслить в условиях неопределенности, когда вдруг на вас обрушилась какая-то неизвестность, а вы раз и быстро сообразили, что надо делать. Да, вот это очень интересно, правда? И поэтому мы сейчас с Константином Михайловым, а потом с Александром Сунцовым, который у нас в Калининграде там преподает рукопашный бой, там, председатель этой федерации рукопашного, и многими, с Владом Орловым, и с очень многими, у нас очень много таких крутых ребят и девочек, я так горжусь нашей школой «Человек будущего» Homo Futurus, потому что мы как раз-таки окно в новый мир, как раз-таки развиваем у себя те качества и способности работать с неопределенностью. Это как раз-таки в эпоху перемен. Очень нужная вещь, да. А мы там сейчас вот это все разрабатываем. И еще главное – науку человечности. Определяем понятие, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое чувство бесценности живого, что такое счастье. Что такое высшее счастье?
Это когда каждый из нас сам является собой, да, когда человек является собой, это и есть счастье. А когда вместе мы, и в то же время каждый является собой, и это не конкурирует друг с другом, а можно вместе решить какую-то проблему, создать какое-то произведение, решить какой-то вопрос и глобальные проблемы человека и человечества. Вот видите, я сколько наговорил, да? А кто-то мне там пишет в комментах или в роликах, или там в сайте мне пишут в Хасай.ру, или в сайте stress.su, или в Фейсбуке мне пишет, или ВКонтакте мне пишет, в личке, например. А вы знаете, вот я когда сделал этот прием какой-то, например, кулачок, или батут, или бой с тенью, да, или искру, да, у кого-то искра получается, у кого-то и нет. Да правильно, это не значит, что у всех должно получаться это и это. У кого-то это получается, у кого-то это получается. Но это вход в состояние, когда вы можете освободиться от страха, комплексов, стереотипов, да, снять стресс, который мешает вам думать творчески, и выходите на состояние свободного сознания, внутренней свободы, когда уже никакие авторитеты, никакие манипуляторы на вас не действуют. Да, это улучшает и сон, улучшает и утреннее пробуждение, и дает вам уверенность, и точку опоры, и точку сборки. Это удивительная штука. Да, у нас скоро будет ликбез. У нас проводится бесплатный ликбез, очень часто выходите там в Zoom, задавайте вопросы, объявление скоро будет. Потом будет вебинар по теме, которую мы все вместе там по согласованию выберем. Да, а я читаю ваши комменты и смотрю, что вас больше всего интересует. Да. И мы таким образом, школа «Человек будущего», Homo Futurus, таким образом открываем окно в будущее, и наше будущее внутри нас. И наша задача открывать себя, потому что все в нас есть, оказывается. Есть. Надо только уметь открыть себя, потому что знание – это сила. А когда мы просто читаем какие-то книги, понимаем, как бы, да? Но писатель-то был в одном состоянии, а читатель в другом состоянии. Конечно, и волшебство кино в том, что мы смотрим его со стороны. А как попадешь там в окоп, например, или на крышу дома, стоишь на крыше дома, и ноги трясутся. А когда смотришь со стороны, все, конечно, понятно. Но я как раз-таки занимаюсь тем, вместе с нашими участниками школы «Человек будущего» Homo Futurus, развивая науку человечности и давая этот метод, ключ, чтобы каждый человек, в какой бы стране он ни находился, независимо от национальности, независимо от географии или религии, да, как таблицу умножения 2×2=4, знал, как быстро регулировать свое состояние, чтобы повышать свои ресурсные возможности. Да, я на следующем ролике тоже кое-что скажу. По мере приближения к тому, что за проект, да, вы уже будете понимать, о чем идет речь. Я имею в виду новички, которые вообще не знают, что такое ключ. Да. А потом кто-то мне пишет, да это на йогу похоже, это на медитацию похоже, это похоже на спиральную гимнастику, это на цигун похоже, это весь на что похоже. Да, конечно, на все похоже, потому что здесь ничего выдуманного нету. Метод ключ основан на инстинктивных, природных действиях человека, которые все люди делают, но делают неосознанно. А здесь все осознанно, компактно, дано в готовом виде, рациональное зерно всех методов мира, собрано в новом качестве. И вы берете и пользуетесь. Но взять это нужно с осмыслением. Поэтому мы вот так постепенно, ролик за роликом, ликбезы бесплатные, вебинары, сайты, Facebook, ВКонтакте, группы, книги наши, в которых и участники
«Школа человек будущего», а скоро выйдет еще новая книга, да. А старые смотрите, там в описании под роликом есть ссылки на старые книги, есть на наш магазин вебинаров, книг, которые уже давно раритеты. Смотрите, видите, я как вот много говорю, а на самом деле кто-то смотрит и говорит мне потом, а как приятно засыпать, когда я вас слушаю. Да, одновременно и засыпать, одновременно и учиться, одновременно владевать навыками и одновременно поправлять свое самочувствие. Тут все вместе, потому что это новый контент, уникальный контент, да. Да, новая подача материалов. Хотя вот этот образ мой, картинка, ну, видео, на которое вы смотрите, ничего тут нового нету. Свитер у меня, прическа еще не дострижена, скоро буду молодой, постригусь, да. Буду опять молодой, веселый, красивый, да, обаятельный, да. На самом деле я хороший парень. И вы все хорошие. И вы все хорошие, друзья мои. Обнимаю. До встречи.